Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Парень, автор вопроса, признался в определенных действиях интимного характера по отношению к подруге. Автор вопроса. И сказал он это так, как будто гордится этим. Автор пишет, что меня это очень сильно оскорбило, и мы поругались. Для меня это как измена. Я не знаю, как дальше продолжать с ним отношения, а вдруг это перерастет в реальные измены. Как реагировать на подобную ситуацию? Ну, здесь в первую очередь хочется сказать, что вы уже реагируете как-то. Вы пишете, что оскорбились, вы пишете, что поругались с молодым человеком, а это, как вы понимаете, реакция уже, вот, поэтому реакция есть. Другой вопрос, что это за реакция? Ну, предположим, что вы считаете, что молодой человек поступил недопустимо по отношению к вам, вот, и совершил поступок, да, который, ну, вот, для вас неприемлем. Допустим. Раз, по вашим словам, получается, что он говорит об этом с гордостью, то есть не раскаивается, да, не считает, что поступил как-то плохо и так далее, то это означает, что у вас разные ценности. И, соответственно, коль у вас разные ценности, то это означает, что вы друг другу не подходите. И вам нужно, да, действительно расставаться. В этом смысле. Но вы как будто бы расставаться не хотите. Вы как будто бы просто, ну, боитесь, скажем так, измен. Как будто бы. А если это так, то дело здесь не в том, что для вас это приемлемо или неприемлемо. А дело здесь в том, что вы не уверены в себе. И дело здесь в том, что вы боитесь измены. Ну, то есть, вот по факту речь идет как раз о том, что вы боитесь будущего. Потому вам и реагировать как-то на эту ситуацию сложно. Потому что с одной стороны вроде как это неприемлемо,
А с другой стороны, отношения заканчивать вы не хотите. Ну, как будто бы это того не стоит. И, в общем-то, получается здесь нехилый такой конфликт. Я имею в виду внутренний. Ну, ваш внутренний конфликт. И это, в общем-то, и является проблемой, которую, на мой взгляд, нужно решать только через индивидуальную работу и через разбор в себе, чтобы вы смогли как-то вот определиться, для меня приемлемо или нет то, что делает молодой человек, а с какой позиции я на это смотрю. То есть я смотрю на это с позиции ценности, да? Или я смотрю на это как-то вот с позиции того, что, ну, что меня это задевает, да, что мне это там неприятно и так далее. Вот. А, кроме того, то, что молодой человек вам в этом признался, ну, как минимум, говорит о том, что вам он, вероятно, доверяет. Вероятно. Иначе бы он вам это не сказал. Тут, конечно, важно понимать и видеть контекст, в котором он вам это сказал. Вот. Но, как минимум, это акт доверия. Доверия. Вот. Человек не скрывал от вас этого. И это здорово. На мой взгляд, потому что гораздо хуже, если бы скрывал. Вот. Но решать, конечно, здесь вам. Поэтому в чем ключевой момент? Момент ключевой в том, что вы, реагируя, не особо разбираетесь в том, как именно вы реагируете, то есть вот вы просто говорите, что оскорбились, что поругались, вот. Вы не особо разбираетесь в том, что же, собственно, происходит. То есть, что вы чувствуете. А разобраться в этом нужно, потому что без этого не получится, как бы, выстраивать отношения. Вот как-то так, на этом. Пожалуй, все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Да, еще один момент. Хотел спросить. Вот вы говорите, что он сказал об этом
как будто с гордостью. Почему вы решили, что он об этом с гордостью говорит? То есть, что вас навело на мысль, что он это говорит с гордостью? Одно дело, если человек вам сам прямо говорит о том, что он, ну, гордится этим. Вот. Это одно дело. И другое дело, как, если вы как бы сами как-то вот, ну, как-то сами допускаете, что это было сказано с гордостью. Вот. То есть я бы вот, наверное, как-то еще хотел бы убедиться в том, что вы, ну, что вы не ошибаетесь, говоря про гордость. Понимаете, да? То есть нет ли здесь, условно говоря, ну, ваших страхов. Вот. Вот на это хотелось бы как-то обратить вам внимание. Вот. И, ну, показать, да, продемонстрировать, что возможно, только возможно, что все немножко не так, как вы думаете, а более, сложно. И ситуацию нужно рассматривать тоже как более сложно. Вот. Ну а то, что вы поругались с молодым человеком своим, да, ну, говорит о том, что у вас нет навыков коммуникации, я бы так сказал. И очень важно понимать, хотите ли вы, чтобы они эти, ну, чтобы они эти навыки у вас появились. Вот. То есть, ну, интересно ли вам это? Если интересно, то можно помочь вам. Всего вам самого доброго. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.